Ровно год прошел с момента, когда в Краснодарском крае к дежурству по охране общественного порядка на постоянной основе приступили казачьи дружины. Численность такой дружины в Анапе изначально составляла 40 человек. Однако, отмечая высокую эффективность совместной работы полиции и казачества, с 1 января 2013 года в администрации города решили усилить дружину. Приняли еще 58 казаков. Все казаки прошли обучение и готовы к внештатным ситуациям. По словам заместителя мэра Анапы Михаила Баюра, только за 8 месяцев 2013 года с помощью казачьей дружины к административной ответственности привлекли 6828 человек, совершивших разные правонарушения. Выявили 15 преступлений, задержали 10 человек, находившихся в розыске. На торжественном мероприятии отличившихся сотрудников полиции поздравили с присвоением новых званий. Очень чувствуется роль и значение казачества вместе с работниками полиции, особенно в городе Анапе. Это ощущают и жители города, и наших сельских округов. Это нам говорят о многочисленных письмах. Сотрудники Анапского казачьего общества активно участвуют в профилактике незаконной трудовой миграции и реализации суррогатного алкоголя на территории курорта в межведомственных рейдах. Продолжают патрулировать улицы города и сельских округов. Большая совместная работа полиции, казачества и властей курорта направлена на обеспечение безопасности анапчан и гостей города. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа регион.